10 лет не просто одиночество, а грязи, колдобин и ям. Жители микрорайона Рябинка в Чебоксарах который год просят привести в порядок тротуар, по которому не то что на каблуках, в кроссовках пройти сложно. Женщины с колясками придумали свой способ преодоления Эгерского бульвара. Берут ребенка на руки, а коляску буквально тащат по рытвинам. В противном случае малыш от тряски может просто-напросто выпасть. В дождливый сезон здесь пройти могут только настоящие эквилибристы. Приходится балансировать по узкому бордюрному камню. Ну что, администрации это не надо, никому не надо. Были случаи, когда люди спотыкались и падали. Вот. И поэтому на это было очень больно смотреть. Я решил обратиться через сайт госуслуг. Любопытно, что ремонт дороги делали в 2019 году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Почему потраченные деньги утекли вместе с асфальтом? И кто в ответе за тех, кто промочил ноги? Репортеры республики будут разбираться в ситуации.